Великая Отечественная война оставила на Брестской земле один из самых кровавых следов. Сколько еще бойцов нашли здесь свое последнее пристанище, сказать даже сегодня, спустя 7 десятилетий, довольно сложно. Однако работа в этом направлении не прекращается. Накануне останки 15 военнослужащих Красной армии были торжественно перезахоронены на главном военном гарнизонном кладбище города. Здесь состоялось богослужение в память о тех, кто сложил голову в самом начале Великой Отечественной войны и так и не узнал, что после 4 лет военной ада и мучений наступит новая жизнь. В Бресте не только была защита Брестской крепости, но и было очень много очагов сопротивления по городу. Вот сегодня, как подтверждение, на гарнизонном кладбище захоронение 15 останков защитников именно города Бреста, которые были в районе северного городка во время раскопок найдены. Останки воинов были обнаружены случайно во время строительных работ по возведению нового жилого комплекса в микрорайоне Северный. По найденным на месте раскопок предметов удалось установить их принадлежность к солдатам Красной армии, но не удалось узнать их имена. Носить с собой так называемые смертные жетоны с вложенной внутрь запиской было плохой приметой. Считалось, если поместить в него записку со своим именем и фамилией, тогда больше шансов погибнуть на полях сражений. Пока не похоронен последний солдат, то значит незаконченная война. Поэтому это делали до нас, это делаем мы, я думаю, пока будут делать в дальнейшем. А потому эту важную миссию продолжит и еще не одно поколение молодых берестейцев. Ведь без прошлого, как известно, нет и будущего. Уже сегодня в Брестской области насчитывается более 870 воинских захоронений, из которых в 708 похоронены воины и жертвы Великой Отечественной войны.